Это одна из стоянок автомобилей 33-го маршрута. По словам водителей, здесь около 35 единиц транспорта. Сегодня они не поехали покорять город. Сегодня водители решают свою дальнейшую судьбу. У нас вот второй день таксопарк стоит. Требуем приемлемой аренды, чтобы хватало нам на жизнь. По словам Вячеслава, арендную плату повысили еще в декабре 2017 года. Именно тогда подорожал и проезд – 23 рубля. Это один из факторов повышения арендной платы. Водители рассказали, что именно на 33-х маршрутах она самая высокая. Оно и понятно – это один из наиболее востребованных маршрутов в городе. Поэтому его исчезновение и вызвало такую тревогу. Однако 8 июня обычные пассажиры никаких затруднений не испытывали. Пока одни водители отстаивают свои права, другие спокойно разъезжают по городу. На остановках общественного транспорта по-прежнему курсируют 33. Притом, судя по показателям информационного табло, они придерживаются устоявшегося расписания. Неизвестно, решил ли другой автопарк подстраховать своих коллег, или это те водители, которых арендная плата устраивает. Забастовка водителей маршрутного такси продлилась 2 дня. 8 июня начальство приняло решение снизить арендную плату. В тот же день все автомобили выехали на линию. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».